Всем добрый день. Сегодня у нас очередная распаковочка. Небольшая коробка, где-то 70 на 70 на 10 сантиметров. В которой у нас лежит фотобокс Falcon Eye световой куб. Размером 635 на 635. То есть квадратный фотобокс со светодиодным освещением. Поставляется вот в такой коробке массивной. Внутри находится следующее. Ну, во-первых, сетевое питание и сетевой кабель для подключения светодиодной подсветки. Так, есть еще у нас инструкция по эксплуатации. Возвращайте часть денег за покупки в AliExpress с кэшбэк-сервисом Letyshops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде. Покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. Для двух фотобоксов 40 и 60 сантиметров. Для 60, то есть у нас две планки по 44 светодиода идет. То есть общая нагрузка 23 ватт. Ну и световой поток где-то 3400 люмен. Причем индекс цветопередачи CRI больше 95%. Срок службы светодиодов более 50 тысяч часов. Размеры, как я говорил, 635, 635 на 635 миллиметров. Напряжение питания светодиода 12 вольт 2 ампера. Внутри также находятся пупырки. Три фона. Это белый, розовый и черный. Причем с краю есть липучка для закрепления непосредственно внутри фотобокса. Вот и такой вот складной фотобокс. Причем можно его переносить. Для этого предусмотрена ручка, благодаря которой это все переносится. Давайте сейчас его приведем в исполнение, то есть к готовому варианту для подключения. Так, вот как видим, устанавливается фон. На примере черного, белый и оранжевый мы рассматривать не будем. То есть вот так вот устанавливается. Какие есть маленькие недостатки? Ну, во-первых, сам фон, он чуть-чуть по размерам больше, чем крепежные липучки. То есть здесь вот и край, то есть залепляется непосредственно на светодиодные линейки. И еще один отрицательный вариант, который был исправлен, уклонов. Фиксация светодиодных линеек. То есть здесь она не предусмотрена, предусмотрена только за счет закрепления непосредственно в липучках. То есть вот как здесь вот показано. Но
В других моделях, имеется в виду других производителей, по сути, это все клоны одного и того же. Только единственное, идет нашивка непосредственно производителя для того, который вам нужен. Ну, в данном случае нашивка шла в Falcon Eye. То есть там уже есть фиксаторы непосредственно на стенке. И если мы сейчас закроем... Вот у нас внутри образуется световой поток замкнутый. Единственное, для художественной съемки, конечно, это не подойдет. Но для, например, интернет-магазинов, ну, либо первое представление каких-то продуктов, то есть данный фотобокс незаменим. Во-первых, он по размерам большой. Туда может поместиться достаточно большие вещи. Вот, например, такой вариант. И можно фотографировать, снимать, в последующем обрабатывать и выкладывать непосредственно необходимые сети, либо в интернет-магазинах, ну и тому подобное. То есть удобно, есть большое окно, можно полностью открыть, можно частично для объективов, чтобы фотографировать непосредственно объект внутри. Либо, если есть необходимость, то сверху фотографировать этот же объект для последующей обработки и размещения на интернет-площадках. И еще один есть отрицательный вариант. Помимо того, что линейки не фиксируются, светодиодные, и фон немножко большего размера, еще иногда, если у вас находится светоотражающий какой-то объект, то можете словить, соответственно, светодиодные огни. И в данном случае не столь заметно, но какие-то другие объекты, там, например, какие-то упаковки, блистеры, то можно в результате словить светодиодные огни. Хотя непосредственно внизу, вернее не внизу, а сверху, их можно перемещать в том или ином направлении, то есть ближе к стенке, к этой, дальше от этой стенки. И расстояние между двумя линейками необходимо устанавливать, тем самым, чтобы убрать непосредственно световые отражения светодиодов. Вот такой вот фотобокс для обработки и фотографирование предметов. Фоны можно поменять, можно купить их не только однотонные, как в данном варианте представлен. Ну, в данном варианте черный представлен. Можно купить и какие-то текстурированные фоны, там, в виде кирпича, в виде различных рисунков и так далее, чтобы непосредственно представлять тот или иной объект для последующего размещения либо в интернет-магазине, ну, либо в каких-либо сетях. Всем спасибо за внимание, кому это было полезно, всем удачных покупок распаковок, до следующего видео и до свидания.